Всем привет, друзья! Это канал Java Игры. Сегодня у нас игра на телефоне Samsung C100, встроенная игра. Это не Java игра, но тем не менее она очень известная и популярная. Так, Samsung C100, в App и игры раздел, игры, икра улей. Вот такое меню. Нажимаем «Новая игра». Так, нет, для начала посмотрим управление. Управление. Единица, тройка, 4, 6 влево и вправо. 9 – это запустить бол, мячик. Все. Такая интересная заставка, мелодия, как мы видим. И такая мелодия также. Это раконоид, как мы видим. Довольно-таки простенький. Наподобие блока брекера на от геймлофта. Мяч слишком резвый, то есть он очень рывками так двигается. Сложно заранее предсказать, куда упадет мяч. Также различные бонусы здесь есть. Правда, не знаю, что они обозначают. Ну вот, осталась одна жизнь. Достаточно-таки сложная игра. Так, начинаю сначала. Вот смотрите, какое-то улучшение, которое позволяет все ячейки ломать. Это магнит, вот мяч прилипает к нашей доске. Также вот единица и тройка нашу доску деревянную. Вот, смотрите, увеличение доски. Я, честно, не знаю, что означает то или иное улучшение, потому что нету инструкции. Вот это, допустим, магнит. Магнит — это хорошо. Если помните эту игру, напишите, проходили ли вы ее. Я, конечно, постараюсь ее пройти, но это как получится. Вообще, встроенные игры в телефоны, которые не на Java, имеют свое очарование, потому что это было давно, в детстве. У многих осталось такая память хорошая о них. Насчет этой игры меня очень многие просили. После того, как увидели игру про хомячка, многие попросили эту игру также записать. Это при том, что я даже не упоминал, что такая игра вообще есть у меня. Просто многие по памяти вспомнили, что эта игра тоже была на телефоне. Так, осталось два блока. Раз. И сейчас второй. Да, отлично. 52 очка набрал на первом уровне.
И теперь второй уровень. Здесь поменялся задний фон. Задний фон здесь пчелки. Кстати, размер игры где-то около 60 килобайт. На прохождение уровня дается 3 жизни. Я так понимаю, если проиграл уровень, то его можно переиграть. Так же, как в игре про хомячка. Не успел отреагировать вовремя и переигрываем второй уровень. Я так понимаю, когда начинаешь уровень заново проходить, то количество очков сбрасывается. То есть у меня теперь очки набираются заново. Это значит, что если хотите набрать максимальный рекорд, то нужно пройти все уровни без проигрыша. Но это сделать очень сложно, потому что не знаю, заметно ли, но мяч двигается, ну, как-то анимация его странная. То есть он какое-то квантовое движение, то он в одном месте, то в другом. Неплавное, как вот как в игре от Game Loft, Block Breaker. Там, конечно, гораздо лучше это реализовано. Я не понимаю, где мяч будет в каждый следующий момент. Вот это хорошее улучшение такое, когда мяч... Вообще, это хорошая сейчас ситуация такая. Мяч там, все блоки расчищает. Ну, я думаю, здесь уровни где-то 10, может, ну, 20. Не так уж много должно быть уровней. Это пока что второй уровень. Так, эти блоки нужно как-то вот так под наклоном, что ли? Ой! Нет, не хочет никак. Обходит их стороной. Надо как-то вот боком, что ли. Так, придется повозиться немного с этими двумя блоками. Так, один блок есть, второй почти. Сейчас. Есть. Так, третий уровень. Теперь в качестве заставки кирпичи синенькие. Признаться, когда я только первые несколько попыток поиграть в эту игру совершил, она мне показалась очень сложной, просто нереально сложной. Потому что первый уровень я не смог преодолеть. Ну, как и в начале этого видео тоже увидели. Первый уровень сложный был. Вот
Улучшение B, я так понял, уменьшает нашу доску. Улучшение C. Пока не понимаю, что делает. Возможно, ускоряет мяч. Улучшение H увеличивает ширину, то есть H по-английски ширина, наверное, не знаю, что-то каждое улучшение что-то обозначает, видимо, на английском. Еще все улучшения имеют разные цвета, то есть фиолетовый, правда, на этом телефоне не так уж яркие цвета. Здесь, насколько я знаю, возможно, что 4000 цветов. Экран прям не настолько яркий, как в некоторых других телефонах. Отлично. Третий уровень преодолел. Четвертый уровень. В четвертом уровне такие простенькие узоры. Ой, я потерял мяч. Чем сложно вот этот четвертый уровень, тем, что блоки слишком низко расположены, и мяч может отскочить. Вот, например, такой случай. Вообще игра довольно-таки спокойная, то есть рассчитанная на такую расслабленную игру. То есть даже если проиграл, ничего страшного, можно переиграть уровень. Даже думаю, что нет никакого смысла здесь ставить рекорд, просто наслаждаешься процессом игры. А, у меня магнит. Тогда запущу. Осталось два блока. Я так полагаю, минимум еще 6 уровней осталось.
типа. Так, уровень пятый, да? Пятый уровень. Это значит новая заставка. Облако. Кстати, блоки выполнены в стиле сот. Если блок прикеры от GameLoft, они были просто блоками прямоугольными, ничего не обозначающими, то здесь игра хотя бы соригинальничала. Стилистика пчел, мы управляем доской. Какая-то немножко лагающая игра. Движения неплавные. Половина уровня уже благодаря улучшению мяч проходил сквозь блоки и просто уничтожал их все подряд. Осталось всего 3 блока. Есть. Есть. Уровень пятый тоже преодолел. И шестой уровень. В шестом уровне такая квадратная тема. О, вот это улучшение мне нравится очень сильно даже. А я взял другое улучшение, которое отменило предыдущее улучшение. Вот это C нехорошее улучшение нужно. Когда мяч становится железным, он просто все блоки стирает на своем пути.
Не люблю, когда вот так мяч идет очень опасным способом, под очень острым углом. Сейчас здесь можно вот так поворачивать угол наклона своей доски нажатием единицы и тройки вот так. Стандартный арканоид Samsung C100. У меня не было этого телефона, но я видел, вот у одноклассника был. Конкретно вот эту игру я не помню, а игра про хомячка очень популярная была. Я ее тоже уже записал, можете посмотреть на канале. Увеличилась ширина доски. Это очень хорошо. Потому что осталась последняя попытка. Теперь уменьшилась. Но зато шар стал немножко темным. Это значит, что он стал металлическим. Он теперь может разрушать все блоки на своем пути. Это здорово вообще. Плохо, что только блоки, они в углу. В угол мяч сложновато будет загнать, наверное. Одного блока достиг мяч. А, обратно посинел шар. Нет, обратно стал металлическим. Миссия невыполнима. Загнать шар в левый угол. О, неужели? Седьмой уровень. Здесь прям такое ощущение, что это последний уровень, финальный, потому что здесь плотность сот просто максимальная абсолютно. Вот здесь бы как раз не помешало бы улучшение металлической. Да, вот она. Просто стою и наслаждаюсь. Кайф. О, наслаждение просто большое. Одним запуском половину ячеек удалось уничтожить. Успел. Вот и не успел. Еще одна попытка осталась.
По одной и той же траектории движется мяч. Мне кажется, нужно под углом его направить. Вот так. Опа, поменял угол. Сразу два блока иногда съедает мяч. Угловой блок взял, что очень хорошо. И осталось 5 блоков всего лишь. Четыре, три, один блок остался. Восьмой уровень. Теперь появились какие-то темные блоки. Возможно, их нужно несколько раз попасть в них. И заставка такая синенькая с сотами. Не думаю, что заставки занимают много памяти. Скорее всего, буквально там, ну, килобайты. Считанные буквально, потому что такой рисунок очень мало места должен занимать. Магнит. Надо запомнить, после какого улучшения мяч становится металлическим, так сказать. Нет, это не С и не Б. Забавно так. Можно отбить мяч вот так. Не успел.
пока еще большое количество блоков осталось. Основная проблема сложности этой игры, что в том, что сложно предугадать, куда мяч падает. И в медлительности доски. То есть, если я зажимаю клавишу, к примеру, то доска автоматически не двигается. То есть, нужно много раз нажимать клавишу, чтобы она двигалась. Ну, это не очень хорошо. Не продумали. Удобнее было бы, если вот зажал кнопку и доска двигалась бы автоматически. Так приходится по клавишам нажимать. Кажется, убыстрился мяч. Потому что он очень резво так скачет. О, то ли А, то ли П только что буква была. Вот после нее мяч становится металлическим. То ли А, то ли П такая. И цвет тоже не очень не понял, какой цвет. Вот эти блоки синенькие. По ним нужно два раза ударить, чтобы уничтожить их. Когда касаешься один раз, они превращаются в желтые, а потом, как обычно, стираешь их. Осталось 6 блоков, но прикосновений к ним должно быть 9, значит. Магнит мне сейчас особо не нужен, потому что смысла особого нету держать мяч на доске. О! А, чуть-чуть не хватило. А, острый угол не люблю. Мяч все раскачивается и раскачивается. Вот так нормально. Когда видишь, куда мяч падает. Есть еще два. Так, еще одно. Нет. Надо как-то по-другому отбить, а то он так летает. Вот.
Еще один раз. Девятый уровень. Сейчас я проиграю, потому что у меня все равно одна попытка осталась. Лучше в самом начале проиграть, чтобы потом не приходилось уровень заново проходить. Девятый уровень, опять квадратная такая тема. И улей расположен таким треугольником. Причем темные блоки, они в самом начале, что добавляет немножко сложность к прохождению. Но зато потом легче будет. Вот это мне нужно. Вот после этого мяч начинает все сносить. Ай, чуть-чуть под другим углом надо было. Ой-ой-ой. Ладно. Вот сейчас не очень удобно. Все блоки расположены слева. Абсолютно все. Значит, мяч большую часть времени будет не у дела. Ну, зацепи. Есть, зацепил мяч. Кстати, последняя попытка. Если я проиграю, придется уровень перепроходить, что не очень хочется. Крутится мяч очень сильно. Крученный. Сейчас я ее немного успокоил. Осталось 6 блоков всего лишь. Как предательски отскочил мяч. Ой, буквально немного не хватило. Ну, буду стараться слева больше атаковать мячом. Вот это улучшение надо с самого начала брать. И вот так вот идеально. Все. Вот просто вот с самого начала надо этот уровень так проходить. О, нет. Еще одно. Еще один раз нужно это улучшение получить. Давайте попробуем. Так. Ну, уже гораздо легче стало этот уровень проходить. Блоки расположены почти все в середине.
вообще шикарно. Мяч с той стороны, с обратной стороны. Шикарно. То есть попрыгает там, поуничтожает все. Осталось там немножко совсем в этом уровне. Два блока. Вот и все. Нет, чуть-чуть промахнулся. Может сейчас? Ай, в обратную сторону пошел мяч. Очень острый угол. Может сейчас получится? Не, да. Вот мы и добрали. О, это что? Вот мы и добрались до 10 уровня. Опять такая квадратненькая тема. И почему-то мы видим один улей. Один блок мы видим. И это босс, что ли? Не понимаю, в чем смысл. Я так понимаю, я прошел игру. Не тут-то было. 11 уровень. Это было только начало. Так, то есть получается, да? 10 уровень, это был один блок, типа босса, наподобие босса что-то. Но игра на этом не закончилась, и сейчас 11 уровень. По-моему, в первом уровне вот такая же заставка была, ну, на заднем фоне. Соответственно, в игре либо 20 уровней, либо еще больше, либо 50. Ну, что-то кратное 10, это ясно. В принципе, так как попыток здесь неограниченное количество, то можно пройти. Единственное, что очень много времени займет.
То есть, чтобы пройти первые 10 уровней, мне пришлось сколько играть? Это полчаса где-то, да, больше? То есть, если здесь больше 20 уровней, то это прохождение займет не один час. Ну, очень интересно, чем заканчивается эта игра. По крайней мере, заставка с осой, пчелой, меня очень порадовала. Очень приятная заставка. И в начале тоже игры очень хорошая мелодия. Крутится, вертится, шар голубой, но никак не попадет в цель. Ха, вроде бы посередине, но никак не попадет. О! Одно есть попадание, и теперь второе. Заставки повторяются по второму кругу. Единственное, что меняется, это расположение блоков улья. И сложность, потому что теперь появились уже блоки двойные. Соответственно, нужно в два раза больше попаданий. Так, улучшение. Очень в тему улучшения. Вот проигрыш не в тему.